Дусик проснулся. Дусик проснулся. Хорошо у нас так. Солнце. У нас традиционно уже, наверное, 10-й день в обед идет дождь. Часа в 2 пойдет дождь. А пока мы пользуемся моментом и наслаждаемся прекрасным утром. Да, всем доброго, мирного и прекрасного утра. У меня расцвел кустик мой роз. Флоксы уже у меня все отцвели. Ну, кое-где единичные остались. Кое-где единичные остались. И, в принципе, уже все отцвело. Можно будет по бордюрчику ровненько их отстричь. А это моя роза. Отсвечивает солнце, наверное, блестит и отсвечивает. Сколько бутончиков новеньких. Короче, красота. Красота. Да. Выставила картину свою просыхать. И она тут так довольно-таки неплохо смотрится. Очень даже красиво и хорошо. Хочется, чтобы побыстрее высохли слоя краски. Масло очень долго сохнет. Очень. Немножко его сюда. Вот. На солнце с ней ничего не случится. Я использую очень качественные материалы, качественное масло. Поэтому я уверена в своей работе и в качестве своей работы. Вот. А вообще, толстые слоя краски и до месяца высыхают. А сейчас на солнышке оно дело побыстрее пройдет. Недельку и будет уже готово. Можно будет отправлять все, кто желающие приобрести эту красоту к себе, да, в дом. Буду рада вам отправить ее. Вот так. Вот так вот. Да, Дусик? Дусик? Дусик кот. Да? Дусик кот. Ты кот? Мама, на кытика. Вот так. Да. Кто это меня кусает? Кто меня кусает? Кто меня кусает? Хищник. Хищник. Один и второй. Хищники. Нападение на маму. Утреннее нападение на маму. Покажу вам свой большой куст пионов. Сейчас пойду в сад и его вам покажу. После многочисленных дождей, каждый день дождь идет, трава в огороде очень сильно и буйно растет. А это мой большой метровый куст пионов. Ветрами немножко его немножко сложила, эту красоту. Сейчас я его попробую подвязать по-другому. Ну, вот такое вот буйство. Буйство цветов. Буйство цветов и красоты. Удивительно красивый пион. Аромат стоит. Самый-самый ароматный пион. Этот вот этот. Розово-желтый. Он самый ароматный в моем саду. Как тебя дождем побило? Как тебя побило дождиком? Ну ничего. Как я уже говорила, отцветут большие шапки. Я их срежу. А потом будут цвести вот эти маленькие. Поэтому продляем красоту. Вот такой вот большой куст. Тут были у меня бордовые. Там розовые. Я уже посрезала. О, потерялся один.
один цветок потерялся, уже подсохший. Вчера посрезала уже все бутоны отцвевшие. Их нужно обязательно срезать и давать корню возможность накапливать силы для цветения в следующем году. Немножко моей садовой клубники. Вот такая вот красавица. Это клубника, которую я осенью посадила. Это первый раз. Вот она у меня плодит. Я думаю оставить усики и ее размножить. Она очень сладкая, невероятно сладкая. Но в первый год ее у меня не очень много. Хотелось бы побольше. Такой небольшой урожай. Попить кофе хватит. Но я не всю срывала. Тут есть немножечко такой не сильно красный. Надо пособирать еще пройтись. В общем, такая вот у меня клубника. Еще у меня роза есть здесь перед входом во двор. Но тут у меня немножко бардачок, и я не показываю. А розу нужно сделать ей арку и ее красивенько подвязать. Пока до арки руки не доходят. Вот так вот. Вот так вот. Сирень свою закончила, эту картину. И сейчас я планирую начать другую работу. Другая идея у меня в голове. И, возможно, я вас возьму с собой и покажу, что я собираюсь сделать. Люблю я эти дачные посиделки на улице, кофе-питие на свежем воздухе. Просто обожаю. Кстати, это пирог. Сама пекла пирог песочный с яблочным джемом и клубника. Моя домашняя садовая клубничка. Ну а как же без пиончиков? Без пиончиков. Не люблю я цветы резать. Не люблю я кусты потрошить, но все-таки хочется красоты. Тем более у меня есть одна идейка, и я хочу ее сейчас воплотить, так сказать, в жизнь. Намек вот такой. Вот такой вот будет намек. Вот. Так что сейчас я выпью кофе. И буду заниматься делами и приступлю к своей новой работе. Хочу написать картину летнюю с цветами. Несколько дней подряд у меня в голове поселилась идея. У меня есть роза вьющаяся, но ей года 3. Может, 4. Да, это еще родители были живы. Мы сюда посадили ее. А теперь мне вьющуюся розу хочется несколько контейнеров поставить сюда. И чтобы здесь у меня была вьющаяся роза во дворе. Потому что у меня тут маленькие бордюрные розы в черных горшках. А теперь я хочу вьющуюся. Вчера смотрела одну девочку видео на ютубе. И у нее розовый сад. Это что-то потрясающее. И я полночи не могла спать, думала об этом розовом саду. Хоть бери и выкидывай мои эти помидоры и сладкий перец. Ладно, пусть в этом году будут у меня помидоры и сладкий перец. А в следующем году у меня будут розочки. Мне бы очень хотелось в этом году сделать фасад дома. Облагородить, так сказать. Сделать красоту. Но боюсь, что в этом году у нас это дело не получится. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Живем, так сказать, одним днем. В общем, посмотрим. Живем и глобального ничего не предпринимаем, так сказать. Но эти розы вьющиеся все-таки мне посадить хочется. Очень-очень хочется. Да. Все. Всем желаю мирного, спокойного дня. Благополучного. И пусть у всех все будет хорошо.
Нельзя, Феликс, нельзя. 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 Сейчас будешь есть в краске. Помощник. Нельзя. Так. Феликс. Куда ты полез? Помощник. Сейчас ты будешь весь в краске. Сейчас все шерстяные твои ритузы будут в краске. Феликс. Нет. Тебе же интересно полезть на окно. Филюня. На улице такой дождь. Только что прошел ливень. И еще собирается туча. Туча черная. Ну, а Филя... Так, я еще буду тут доделывать эту работу, еще кое-какие штрихи внесу. Не знаю, как вам ее показать. Отсвечивает от окна. Вот. Это еще не окончательный вариант. Но первый этап закончен. Вот. Да, Феликс? Все. Всем мирного, спокойного и хорошего дня.